Здравствуй, дорогой зритель. Продолжаем играть в Spinartality. Игра уже находится в стадии завершения, как мне кажется. Но вот я в прошлый раз думал, что она закончится, потому что кончаются технологии. А нет, она не закончилась, да и технологии тоже не закончились, хотя их было там 5 штук всего. Продолжаем осваивать Луну, выполняем задания совета директоров и будем дальше заниматься внедрениями. Такой план. Несложный. Ну, как несложный, все время работники возмущаются, где они есть там. Сейчас опять на них надо будет тратить деньги, прибыль падает. Так что там коррупция, вон, 50 лямов уже. Давайте снизим коррупцию. Поэтому потихоньку-потихоньку, но усложняется. А для победы хорошим, добрым миром нужно еще налоги максимально сделать во всех странах. Так что прибыль должна быть просто суперприбылью. Джиджао, беспокойная наша подруга. Вещи не так хороши, я не знаю почему, но я чувствую себя, что в мире все плохо, новости, политика, в общем, страдания, я все это ненавижу, я потеряла работу. Я не хочу делать ничего больше. Ну, так, поэтому ты потерял работу, потому что ничего не хотела делать. Я пошла в онлайн-казино, и у меня серьезные долги, и психологические проблемы, мои отношения разрушаются. Ой, депрессивная, в натуре она все время депрессивная была. Так, ладно, что ты хочешь? Хочешь денег? И мне нужен друг. Ты можешь прийти сегодня? Хорошо, я приду сегодня. Страдалица такая раз. Ладно, с этой страдалицей разобрались. Так, маркетинг. Построить флагманский корабль. Многие компании выбирают один магазин. Показывать свои новинки. Ценности и так далее. Да, давайте построим. Сколько? 50 миллионов? Да, фигня вопрос. Так, а займет несколько лет и будет стоить 150 миллионов. Ну давай, стартуйте. 150 миллионов, 150 миллионов. Фигня вопрос. Нам тут, давайте посмотрим, в совете директоров к сотому, да, 6 лет есть. У нас уже один прорастает. 6 лет. Так. Сейчас сбился. Два хода. Четыре хода, два года. В 96-м один будет готов. Заберем его сразу, чтобы у них интервалы были. Так, а здесь к сотому 4 года, да? В следующем году надо начать второго растить. Примерно. Так-с. Летим на Луну. У нас 9 тонн. А, 9 тонн-то есть уже. Строим тогда. Тогда строим, потом полетим. Работничков. 228. Так, ну вот видите, уже этим надо платить опять. Опа! Минус 70 уже. В прошлый раз было минус 50, по-моему. Но ничего, мы увольняем всех потом ненужных. Так, два хода осталось точно, да? А здесь три. Ну ладно, успеваем, значит, хорошо. Миллионы людей партии Океания используют данные, собранные в наших социальных платформах, чтобы построить психологические профили разных пользователей. Так, коррупция вырастет. Получим 20% и влияние на эту партию. Давайте, где это в океане все происходит? Кто в океане наш друг? Так, ну-ка покажи-ка. Ну, я так понимаю, что вот эта партия наш друг. Партия людей. Давайте партия людей. Закидываем. Коррупция растет. Гасим ее. Гасим тут. И у нас теперь есть там... О!
пошел ты. Вот, вот так вот, вот такая вот она Джи-Джао оказалась. Вещи вообще не крутые сейчас, ни работы, ни друзей, ни идеи, где я свернула не туда. И я продолжаю думать о тебе, и знаю, что я думаю, проблема это ты. Ты знаешь? Ай. А так, ты знаешь, что такое не знать чего-то реального? Сложное предложение какое-то. Не знать, где моя жизнь заканчивается и какие-то медиа шоу начинаются. Так, у меня были мечты и надежды, и глубокая вера. Так. Как много ты забрал этого у меня. Да ты охренела, что ли? Ты сама начала мне первое писать, когда увидела, что мы были одноклассниками, а теперь я поднялся на корпорации международной. И так с меня хватит, я ухожу из системы. Я пойду искать путь жить вдали от всего этой, от всей этой фигни. Если это значит, типа, жить с группой странных людей, так пусть так и будет. Если это значит жить в лесу, как крейзи, то меня не будет это смущать. В общем, пошел ты. Да пошла ты сама. Ты винишь меня в своих проблемах. Да, конечно. Ничего не хочу делать. Потеряла работу, полезла играть в онлайн-игры, проиграла все. Да ты чеканашка просто. Все, это твои. Ты в своих проблемах меня винишь. Я с тобой больше не дружу. Не пиши мне больше. Так, дальше. Дальше мне нужно закрыть вот это исследование, и после этого я опять на автоматизацию покидаю людишек, потому что уже осталось 130 лямов, всего вход маловато будет. Запускаем следующую, 14 надо подвести, да, 3 запуска надо сделать. И 95-й год, начинаем выращивать следующего клончика. Что у нас с общественным мнением, кстати, 19%. Ну давайте, общественное мнение много не бывает, закинем еще сюда. 1 400 000. Давайте еще тогда улучшим. Кого-то мало технических у нас мало. Давайте улучшим вот эту штуку. И побежали дальше. Так, ну всего 40 осталось. Вход уже совсем мало. Возможность нанять кого-то. Давай заберем работничка. Клончик через 2 хода, 1, 2 через 6, а денег-то осталось за глютинос. Имеется в виду вход. Ну, один ход до квеста, дальше всех раскидаем и начнем заново внедрять все дела. О, смотрите, просто так он прилетел, уже без всякой этой, без всякой мишуры, да, сразу долетел. Давай сразу тогда следующий. Ой, работнички. Видите? Минус 10. Видите, уже минус 10 миллионов. Несколько ходов не было просто перезапуска. О, безопасность. Брешь в безопасности. Проблема в вашей резиденции. Что случилось? Мы прибыли так быстро, как могли. Так. Так, это хакер, который ломал почту. Похоже, они атаковали вас лично. Да, я ранен, нифига себе. Вы умрете на 2 года раньше. О-о-о. Это событие может повториться даже. Так, вы получите... Разблокируйте всю почту. Больше писем. Это событие не повторится. Но давайте разблокируем, фиг с вами. Один раз на 2 года мне пусть уменьшит жизнь, хорош. Так, остался один ход, а исследование... О, а почему оно зависло на 5-7 ходов? Нет, написано «закончено».
Что за фигня? Тут 5-7 написано. А, это можно повторять и повторять, понятно. То есть это по кругу можно гонять эту штуку. И она дает 5 вот этих вот. Кстати, прикольная тема. Очень даже. А, но я закончил ее уже. Поэтому давайте-ка чат-ботов разгонять. И пойдем на автоматизацию всего. Странно, что не заполнилась задача. Так, 2 хода. 1 ход есть. Один ход. Один ход. Так, один. Что мне не хватает? Я больше снял, чем... Вернее, как, сколько же я снял, что мне сейчас не хватает, чтобы на всех странах запустить автоматизацию свою. Так, мне еще на 2 страны надо, да? Но этих ненадежных оставлю тут. Давайте вот этих сниму. Хотя, по большому счету, мне по второму кругу гнать эту штуку смысла-то нету. Ну, то есть она полезная относительно так-то. Но она у меня уже есть сейчас. И сейчас мне вторая не нужна. Так, вот так можно перекидать. Да, вот этими дешевыми перекрыть. Угу. Да, сейчас сэкономим чуть-чуть лишек. И у нас снова пойдет автоматизация во все поля. Так, здесь полная. И вот здесь сейчас тоже делаем полную автоматизацию. 3. Все. И еще остались люди. Так, остальных кидаем вот сюда. Так, Доминион, раз мы закончили. Точно же закончили. Почему-то не закрылась. Не знаю, странная фигня какая-то. А, есть. И теперь давайте вот эти хатхаусы отодвинем. Ребят. Подальше. На всякий случай. Есть. И... удаляем все, что плохо работает. Минус 20 лямов. Ну ладно, эти 20 лямов сейчас перезапустим. Денег-то полно. Так что сейчас все запуски сработают по всей земле и где-нибудь выстрелит что-то хорошее. Хотя еще вон и пустые даже есть невнедренные штуки, которые можно внедрить так. А, ну и вперед. Посмотрим. Минус 30, да? Плюс 20 сразу стало. А, не сработал сраный квест этот. А, я получил минус 33% за исследование, которое завершил на самом деле. Дебилы. Ну ладно. Сейчас я высажу их в клона и нормально с ними будет все. Я надеюсь. А я пойду вон за технологией. Так, сейчас они что хотят? Просто в плюс выйти. В плюс уже вышли. Все отлично.
Дуэйн Альтезер, ты кто такой? Так, я из Южной Америки, и я транс. Трансперсона. Трансперсона, это что значит? Так, я не одеваюсь консервативно. Ой, это такой, что ли, да? Уберите его отсюда. Бизнес есть бизнес. Потери 5%. Социальные медиа делают на 10% меньше. Мультикультуризм. Чуть много всего потерять. Так, 5% общественного мнения отдадим. Так, и давайте накинем на 150 лямов, чтобы речь восстанавливалась. А то сейчас, походу, будут всякие психи писать, но хотя бы никто не прокрадется, жизнь мне не укоротит. А, так, проблемы с улучшенными работниками. Тут чего? процентов 100 миллионов, 20% 150 миллионов, 20% 10, 5 класс коннекшенов, 30-35, понятно. Ну, где тут поменьше общественное мнение? Вот это, да, на 100 миллионов. Ну, я только что в общественное мнение вложился. Так что ладно. Аугментация испортила мне жизнь. Вообще тоже, по-моему, это было уже. Давайте с Луной. Там хоть спокойно все на Луне. Полетели. 14. Ну вот видите, перезапуски прошли. 48 уже. Нормально. Общественное мнение тоже возвращается потихоньку. Я хотелось бы, чтобы побыстрее оно возвращалось. Поэтому давайте еще сотку вкинем туда. Первый клон готов. Давайте заберем туда. В этого клона. Вот этого персонажа. Аделаиду. Уходи, Аделаида. Есть. Так, у меня до какого года жизни? До 14. Здесь 16. Четвертый. Так, нам к этому мы уже готовим. В сотом мы начнем. В 99-м начнем вот сюда. Потом мой, потом вот этот. Ну, в принципе, нормально. Ну, видите, это восстановилась вся фигня. Так, что там? Потерять 25%. Ой, блин. Типа, подходит время, чтобы пересаживать следующего. Но он уже пересадился. И надо было вот этого пересаживать в Эсакайна. Не того я нажал. Я не посмотрел эту штуку. А тут мы 5% за шантаж, но потеряем 25%, который я только что восстановил. Ну что такое? Ладно, сейчас в следующем восстановим. Возьмем, давайте, агенту какую-нибудь. Только не демократические реформы. Потому что политические донаты перестанут работать. Хотя я особо ими не пользуюсь. Но что-нибудь попроще, вот, например. Медиасила каждый ход на 0,5%. И общественное мнение на 0,5%. Вот давайте возьмем вот эту штуку. 98 миллионов у нас. 57 на коррупцию уходит. Дофига уже. Давайте с коррупцией разберемся. Задача, законы, законы. Так, задача это запустить проект 6 раз чат-бота за 10 ходов. А чат-бот, по-моему, не сильно законен. У нас еще и не все на него есть. Так, лоу или ниже. Ну, давайте доисследуем по нему все вещи. Плюс 160. Как там Луна поживает? 12 тонн, а надо 14. Давай, лети на Луну. Политики в Европе. Так.
выбросы, хотят выбросы урегулировать по поводу изменения климата. А у меня тут ничего нету, да? Никаких вариантов. Климат становится хуже. Телерабочие. Так, мы исследовали, что компании работают более эффективно, чем раньше. Ну и хорошо. Теряем неэффективность. Вообще отлично. Не зря всех отпустил на удаленку. Два хода. Через 2 года начнем следующего выращивать. Ой, рабочие остались. Так, эту можно повторять постоянно. Бонус рабочим, бонус рабочим. Вот это можно продавать. Вот это давайте исследовать, то, что можно продавать. Так, стойте-ка. Креативных давайте вот сюда закинем. Единиц маловато, ну ладно. Что-то с кобальтом опять творится. Кобальтовый кризис. Теперь время предложить наши кобальтовые шахты. Альтернатива. Не получение ресурса, да? Так, мир переключится на наши шахты за 10 класс коннекшенов. За 10 таких один хаос. Давайте за 10 класс коннекшенов предложим миру свои шахты, которые мы везде захапали. И сейчас мы озолотимся. Так, и давайте с квестом. 8 ходов осталось. Профильный чат-бот. 6 раз запустите. Где-то я? Вот-то. И вообще нигде не запущен еще. А, потому что нигде. Нигде нельзя. Ну вот в океане, видимо, да, законы уже погнали. Нет, в налоги. Эти мои автоматизаторы двигают налоги. А мне нужно другое, но уже поздно. Социальные, да, надо двигать. Вот сюда. Правящая партия. Так, сколько? 28 миллионов. Дорого, конечно. Есть, погнали. Погнали здесь. По 32. Второй. Третий. Ух ты, как тут все сложно. Ух ты, да, тут тоже. Здесь можно сделать. Так, четвертый. Ух ты, да, здесь я вообще не осилю. Здесь уже пошло. Здесь 2 раза надо. Так, ну это будет пятый, да? А где еще там в налогах куда-то полезли? В океане, что ли? Налоги. Давайте отменим налоги. Вот, шестой. Ну, давайте. Я, конечно, это сейчас все будет проблематично. Если очередной квест я запарю на 30%, да, но высажу нового чувака, всем 60 будет. Ну, попробуем, ладно. Плюс 100 лямов. Так, давайте.
растить нового клона. Здесь я не пытаюсь, да? Да. Здесь я не пытаюсь. Да. А здесь надо два раза петь. Ну, есть сомнения. Так, дальше надо донатить их. 21. Тоже не очень-то проценты высокие. 41. Не знаю, ладно. Пересадим его в клона, будет с ним все хорошо. Есть. И скоро мы закончим. Близок к смерти. Да, конечно, я тебя пересажу. 15%. А, он уже, что ли, готов? А, готово было тельце. И я получил 15%. Но я скоро потеряю на внедрениях, судя по всему. Глобальная интеграция АИ. Автоматизировать все задачи. Давайте, автоматизируйте все задачи. Получим 100 лямов сверху денег. Работнички недовольны. Закончили технологию, да? Креативный бонус на 10% вырастет. Ну, давайте АИ, что ли, закончим, пятый. Эту можно все время. Эту сейчас забьем до конца. Давайте вот здесь кинем креативщиков. Да исследовать. Так, это все тоже можно продавать. Еще, ну, последние технологии. Ой. Так, кобальтовый кризис. Много бизнес-управляющих опечалены тем, что случилось. Так. Ну, опечалены, ладно. Теряем 5 класс коннекшенов, ничего страшного. Некоторые люди думают, что мы, богатые и сильные мегакорпорации, должны нести ответственность, чтобы помогать тем, кто в нужде. Откройте школы. Школы откройте за 87 миллионов. Не помогли им школы. Ну, если вы не можете выгоду получить от школы, если вам знания не помогают, значит, вы бестолочи. Вам ничто не поможет уже. Так, автокарьеры. Исследовались наши. Давайте посмотрим по годам жизни наших чертей. 104-й. 11-й, 12-й, 16-й. Ну, каждые 3 года... В принципе, мы тут перекроем их всех. Вот этому через 5 лет понадобится. У нас уже скоро будет клон, так что нормально. Луна. 2 тонны, да? А, остается-то по 20. Так, вот, кстати, можно внедрить этот профиль, чат-бот. Мимо. Мимо. Опять мимо. Вот это более-менее. Фигня. Все класс коннекшены кончились, да? Так, вот это нормально, да? Давай стартуем. Здесь мы не стартуем ничего. А чё, куда вся прибыль-то ускакала тогда, я не пойму. Космическая программа 50 лямов жрёт. А, вон, коррупция нормально жрет.
Так, и закончились Class Connection, кстати говоря. Но это не вся машина, прям уж прибыль-то. Танк 50. Не успеваю я. 5 ходов еще, да? Лимит на 42%. Что, сколько еще надо-то? 12. Я понимаю, 12, да? Маловато будет. По 30 лямов. Ну, нет. Не буду я... Ой. Что такое-то? Айша, да? Аиша наша. Так, я собираюсь смотреть фильм... В следующем месяце хочешь пойти со мной? Будут предприниматели и друзья. Киберпанк. Фильм из 30-х. Да, давай посмотрим кино с тобой. Две тонны, да? Полетели. Ой. Так, они уже, этот самый средний наш Восток страдает от болезни. Ну дайте им 200 миллионов. Дайте им 200 миллионов, ладно. Видите, и деньги кончились. Было так много, раз-раз и все профукалось. Так, а вот это тоже еще не готово, да? Можно монетизировать. Ну, давай. Раз можно монетизировать, то погнали исследовать. 48. Ех. Так, давно мы не отменяли всякую шнягу. Да, шняга быстро набирается. Все перезапускать по-резкому. Хотя он денег-то совсем поубавилось. 4 ляма всего в плюсе. Ой, минус. Ладно. Ой, вообще какой-то смешные доходы какие-то. А у них все законами запрещено. Вообще ничего нельзя продавать. Ладно, минус 20 лямов, но я думаю, что сейчас автоматизация. Так, что там происходит? Вражеские работники хотят стать нашими. $175, да ё-моё. Так, ну а сейчас по серверам ударим ему. Совсем в убытке. Ну ладно, сейчас автоматизация какая-нибудь пройдет. Хорошая, я надеюсь. Ну, уйди, я не вижу сколько. Плюс 76, да, прошла автоматизация, хотя деньги совсем в минус улетели. Видите, перезапустилось все на пятерке. Значит, следующий ход еще перезапустится. Так, и давайте проверять. Политика вышла, да? Стартуем здесь чат-бота. Коллективизм. Давайте на коллективизме стартанем. Ух ты, чат-бот 70 лямов стоит запустить. Я сейчас... Так... Теряем 8% счастья, ну и ладно. Взять 100 лямов в долг. Ладно, сидим, ждем. Сейчас мы заработаем немного денег. Сколько у нас осталось ходов? 2 хода осталось на 6 запусков. Все грустно. Я сделал 2. 2 же сделал. Где ты? Чат-бот 26, да, приносит. Здесь он есть или нету?
Ну-ка, не пойму, где ты есть-то? А, ну запущено уже. Здесь нельзя. Здесь нельзя вообще нифига. Ну, ладно, в общем, этот квест я слил. Монополия. Отлично. Все наши усилия привели к тому, что теперь больше, чем 90% кобальта это наши. Завершена эта наша миссия. Отлично. Проблемы с работниками опять какие-то. Неэффективность. Сегрегация. 5 счастья. 5 общественное мнение. Давайте сделаем вот это. Так, общественное мнение совсем уже печально выглядит. Давайте сотку закинем туда тогда. Чего ж делать? Погнали. А, нет, не погнали. Еще остались. А, закончилась автокарьера. Здесь 3. Давай, исследуй здесь, исследуй там. Общественное мнение растет. Так, клон через один ход. Этот 104-м. Вот эти два близко очень. Но, в принципе, две колбы у нас достаточно для этого. Луна, как ты там поживаешь? Еще надо, да, запускать. Ну, 190 миллионов вход есть уже. Хорошо. Ой-ой-ой. Южная Америка хочет инвестировать в национальную инфраструктуру. Ну, дайте им 75 миллионов. Пускай инвестируют. А ты что хочешь? Так, энергетическая политика. 15% мнения потерять. Маленькие шаги. Давайте станем 100% зеленой компанией. 100 лямов. Давайте станем зеленой компанией за 100 лямов. Это хорошо. Тысяч, тысяч, тысяч. Так, профукали квест на 33%. Так, и они уже плохо ко мне относятся. Республиканская партия в России. Мощная сила. Получить от них 7 политических услуг. От республиканской. От республиканской. 7. Это сколько же надо ввалить в них денег? Фейковые новости. 5 услуг дадут от этой партии. Если бы у нас была пси-операция. У нас нет пси-операций. Придется по 30 лямов им накидывать. 5, 6, 7. Ну, смотрите, все готово, нормально. Сделали. Так, Эмма Евангелис. Ну, давайте Эмму Евангелис бултыхнули. Остались еще клоны? Нету больше клонов, а следующий клон нам нужен через 4 года. Надо растить уже его. А, нету денег. Следующий ход будут. Так, тут все закончилось. Хотя вот этих можно сюда не закидывать. Давай вот этих симуляторов друзей. Что-то мир краснеет как-то. 206 есть. Давайте запускаем клона. Где нам открыть наш флагманский магазин? А где у нас больше всего прибыль идет? Давайте так посмотрим. 144. Россия? Давайте в России тогда. Бустанем. Что, России нет? А, вот есть. Увеличим на 10% свои доходы. Так, опять проблемы с работничками. 5 класс connection. В класс connection потеряли, поэтому на 10 скинем. А здесь деньгами перекроем попозже. Автоматизация идет. Идет. Давайте вытянем всякую труху.
Ой, тут что-то вообще все в океане. Вообще все плохо. Ну, с другой стороны, сейчас я все это выкинул, тут станет хорошо уже. Это фигово, это фиговое. Тут нормально. Эть. Пока деньги есть, можно этим позаниматься. Есть. Так, все, стартуем следующий ход. Работники опять остались. Когда вы успеваете? Так, вот здесь нам нужны башковитые ребята. Исследовать. Так, и луна. А, нету денег. И на деньги на общественное мнение еще потратить. Сначала в следующий ход, а потом уже на луну лететь. Подвозить остатки грузов. Сотку сюда. А, ну, в принципе, ни на что не хватит больше. А, ладно. Так, опять наш враг. Потеряем 40%. Ох-ох-ох. 40% мы потеряем. У нас сколько сейчас доход? А, так смотрите, это доход от космической программы, на самом деле. 50 лямов она дает. Мы потеряем 400, минус 220. В минус 220 очень на нас ребята обидятся. Так, они... А почему не закрылся квест опять? Республиканская партия. Добейтесь 7 от них. О, я понял, что происходит. Эти автоматы сожрали. Вот так надо сделать. Так, а с врагом... Так, если вы догоните его уязвимость до 100, он станет субсидиарным для нас. Но я не могу сейчас. 20. Хотя бы 20. Такуем сервера. Какую энергию мы должны использовать для своего магазина? Свернуть проект. Зеленую энергию. 50 лямов. Ах ты. Давайте отложим. Я хочу зеленую энергию. Просто денег пока не хватает на зеленую энергию. Плюс 200 лямов. А вот теперь у нас будут деньги на зеленую энергию. Трешки, пятерки. По-разному проходит наша автоматизация. Законы изменились. Креативность. Дискриминация мутантов началась. Плохо. Так, не растет проблема с мутантами. Потеряем 10%. Не растет. За 5 класс коннекшенов. Растет. Давайте за 5 класс коннекшенов. Потому что общественное мнение и так у нас не очень. Так, теперь проблема с автоматизацией. Да что ж вы забодали-то, а? Давай 50 лямов закинем в общественное мнение тогда, последние. Сто третий год, 5 ходов. Так, а я к какому году-то? Рано я начал делать, походу, клона. Что-то я не туда посмотрел. Ну ладно, сейчас денежка вернется. Общественное мнение вернется. Полтинник. Соточка уже улетает на этих ребят, на всех. Хочу луну закончить уже. 20 еще. Давай, ладно, лети. Лети. 1,8 общественное мнение. Тоже плохо. Когда оно низкое, эти тоже начинают взбухать. 150 лямов, давай. По всем фронтам. Ой. Так, а квест, подождите, квест закрылся? Да, закрылся. Исследуйте гормональное облако.
Вот это вот, да. 8, 7, 7. От 7 до 10. А у меня 9 осталось, да? Давайте всех тащить тогда. Тащите всех. Не хотелось с автоматизацией сейчас. А, ну вот, нормально. Перетаскивать. Социальные медиа. Республиканская. Давайте поможем республиканской. У нас там от нее купится. Копится всего. Хотя вырастет коррупция. За пару киберконнекшенов. По пятерке. 200 лямов. Сколько в коррупцию-то улетает? 44. Тоже нехило так. Эврика. Что-то исследовали. Молодцы. Давайте 200 лямов. 200 лямов есть. О, все, последнее. Сейчас закроем Луну. Зеленую энергию еще делаем. Получаем еще общественное мнение. Что-то маленькое оно какое-то на самом деле. Ну, мы исследуем раньше, чем пройдет, поэтому получим еще их одобрение. 160 лямов. Астра туризм, да? Не все еще, не хватило. Ладно, лети еще раз. Так, а прибыль поубавилась, поэтому надо опять зачистку провести. Всей фигни, со всей фигней. А я пропустил. Ну, уже игра, конечно, скатывается в рутину, в некоторую. Больше приходится вот одними и теми же действиями заниматься, чем новое. Хотя довольно долго она представляла прям постоянно. Какие-то новые появлялись механики. Сейчас уже, конечно, она себя исчерпала. Ну, оно и понятно. Бесконечно не может она новые механики нам давать. Это ясное дело. Так, давайте посмотрим еще. 115-140. По стабильности. Так, тут нормально. Тут тоже ничего. Где-нибудь стабильность через шпионаж поднимем. То накопил этих военных очков, ввалился туда конкретно. Вот здесь давайте поднимем стабильность хотя бы, что ли. Давай. Все, погнали. Общественное мнение плюс 10, плюс 10, плюс 10 за миллионы не хочу. Счастье работникам поднять имеет смысл. 160%. Их знать не уверен. Давайте общественное мнение. 32. Ну вот уже получше. Инвестиции опять хотят, да? Ну, берите 72 миллиона, чтобы вам не хотелось делать, делайте. 10% общественного мнения мне загодится. Автоматизация идет, деньги идут. Так, Луна, ну все, наверное, да? Завершаем парк. Сейчас будет что-то интересное, я надеюсь. 24, 16, 11, а у нас 5. А клон уже готов будет, да? 11, а у меня 14. Ну, ладно. Пусть будет. А, кстати, выросший клон будет жрать деньги? Сейчас выясним. Подняли стабильность в стране. Получили 10%. Гормональное облако. Следующий квест. Не понял.
большие вливания капитала будут необходимы для достижения этой цели. Хорд 400М. Чего сделать с 400М? А, вот, постройте варчест. Вот эту они хотят, нет? Чего они хотят? Что вы хотите? Ладно, давайте Луну посмотрим. Парк готов на этой стороне, да? А на другой стороне можно что-то еще построить. То есть целая сторона под парк ушла. Лабораторию. Экспериментальное, потенциально смертельные исследования. Это еще одна ветка исследований появится? Или что? А, вот, кстати, гормоны, это которых... А, вот они, между ними стрелочки просто не было. Не пойму, вот этой задачи я... Что такое хорд? Но судя по цене, это похоже на еще один танк. Это не точно. Написано в переводчике, что это клад переводится. ХЗ. Ладно, я оставлю на этом месте, чтобы не профукать этот квест. В общем, у нас Луна готова. Страны все... готовы. Сколько у нас очков уже? 8, еще 7 надо набрать. Ну вот образование даст еще 2. Подвигать культурный слайдер можно будет туда-сюда. Ну, в общем, я рано подумал, что игра идет к своему завершению. Нет, не идет еще. Так что еще в нее поиграем. Пишите комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на канал. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить прохождение этой. А если это вам не нравится, то и других стратегий, тем более, что через 7 дней выходит новая стратегия, а будет 11 число, а 17 выходит еще одна. Я собираюсь и одну, и другую показать. Так что, чтобы не пропустить новые стратегии, подпишитесь, нажмите колокольчик. Спасибо за просмотр и пока.